Милые, няшные очаровашки. Refrigerator Cuties в ZP Music. Эта группа, название которой переводится как «девушки из холодильника», на сегодня по праву может считаться самым успешным запорожским гёрлс-бэндом. Во-первых, потому что сугубо женских рок-команд в нашем городе было не так уже много, а во-вторых, этих девчонок действительно приятно не только созерцать, но и слушать. Инициатором Refrigerator Cuties 8 лет назад выступила гёрл по имени Александра Набокова. И вместе с ней в группе играли Алина, Даша и парень по имени Лёша, но довольно скоро с Алексеем девушки расстались. Преобразовавшись в трио, Refrigerator Cuties заметно облегчили саунд, приняв за основу поп-рок 60-х. В 2010-м группа ударилась в активную концертную деятельность. Девушки выступали не только в Украине, но и в странах бывшего СНГ. В репертуаре бэнда песни исключительно на английском и сугубо на девичью тематику. Ну, там парни, первые поцелуи, расставание и, конечно же, любовь чистая и светлая. Насколько она может быть чистой и светлой от девушек из холодильника. Стоит отметить, что Refrigerator Cuties были известны и в Западной Европе. Один из британских последователей Элвиса, услышав песни наших девчонок, подарил им одну из своих композиций, которая достаточно гармонично вписалась в репертуар группы. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. 2 года назад Refrigerator Cuties заметно сбавили обороты. Сегодня это проект одного человека, Саши Набоковой. Впрочем, полноценный камбэк не исключается. Мы смотрим видео запорожских Golden Oldies на композицию Graduation Time.